Низкие цены, удобное время вылета. Новый авиаперевозчик появился в Кургане благодаря поддержке полномочного представителя президента в УРФО Евгения Куйвышева, рассказал журналистам губернатор Зауралья Олег Богомолов. Он подчеркнул, воздушное сообщение со столицей жизненно необходимо Зауралью. Нам нужен этот рейс, нам нужна связь с Москвой, нам нужно, чтобы бизнес двигался, нам нужно, чтобы инвесторы приезжали. Все это вот, возможности транспортного перемещения, возможности комфортного прилета, это инвестиции, это привлекательность нашего региона, она нам крайне нужна. Рейс Курган-Москва-Курган будет выполняться ежедневно на комфортабельном самолете небольшой вместимости. Из Кургана самолет будет отправляться в 7 утра, а из Внуково – без 5-8 вечера. Минимальная стоимость билета – 3000 рублей. Наша компания пришла сюда надолго. Мы не привыкли, если начинаем дело, то мы делаем его от начала до конца хорошо. И скажу так, что наша компания отличается высокой регулярностью полетов, высокой надежностью полетов, высокой качеством обслуживания. То есть в лице нашей компании мы приобрели очень надежного перевозчика. Первым рейсом в Курганскую область прилетел заместитель полномочного представителя президента в УРФО Александр Сидоров. Он поделился с журналистами планами руководства Уральского федерального округа на развитие малой авиации в регионе. Это первая ласточка, потому что у нас есть очень большие планы. И мы буквально недавно провели переговоры с Министерством транспорта, с Росавиацией и будем полностью всю территорию нашего Уральского округа малой авиации завязывать все крупные города, чтобы каждый житель Кургана мог летать в Салехард, в Тюмень, в Челябинск, то есть во все города. Уже к лету 2012 года руководство Курганского аэропорта пообещало пассажирам недорогие рейсы на российские курорты. Юрий Пестерев, Андрей Глазырин, Александр Немков, телекомпания «Регион 45».